еще чуть-чуть. Делаю массаж спины и сразу массаж шеи. Вообще супер. Ребята, подивитесь. Класс. Десь з 10-15 часов мають виїхати. Масажири тут. На подушку, але треба супер спішити. Та накидка, що зараз сидить чоловік, на неї акція вихідного дня, суто 2 дні. Сьогодні і завтра. Вона коштує 12, зараз по акції 8. Зараз. Ні, я виходушку достаю. Дужка, але подушка не дасть. Але подушка, напевно, не дасть такий ефект, як в чому різниця? Просто накидка, вона одразу робить всю спину, висіла, розслабилася, подушка, нею треба займатися. А тут теж можна? Попробуйте. А ні, це вже не... Оце і мені краще. Дивіться, як отут можна відрегулювати. Там, наприклад, воно зараз внизу, можна підняти максимально високо. Там 10 сантиметрів внизу. Це не регулюється. Тут йде 12 масажних елементів. 4 рола, на кожному ролі по 3 масажні елементи. Один більший, 2 менші. Там всього 2 рола і на них 4 масажні елементи в цілому. Це різні моделі. Ну це краще. Тут ви присядьте сюди, вона мягенька. Присядьте. Я теж сяду надовго. Така от модель, вона дуже інтенсивна. Це для спортсменів, для людей, кому є що м'яти. Доброго дня. О, клас. Все, виключай. Хо-хо, от моя... Мой масажер. Мой масажер. Так. Ой, тяжеленький. Так, значит, идет вибрация сидушки. 4 ролика, которые поднимаются и опускаются вниз, крутятся и еще нагреваются инфракрасным. Такая подставка под голову. Можно ее снимать, сейчас я покажу. Вот, можно себе поставить за компьютерное кресло. За стол. Можно с тобой взять в машину, в автомобиль. Кстати, попробую. Или в домашних условиях на диване. Так, открываем. Открываем мой массажерчик. Островочек здоровья. Остров здоровья. Так, сейчас я его вытяну. Выглядит. Ага, можно снять. Так, вот, вот это снимается. Можно снять совсем. Вот эти ролики здесь. Один большой, один маленький. И с этой стороны тоже один большой, один маленький. Пульт. Такой кармашки. Вот он. Так, сейчас я его включу. И вот еще такая, не знаю, как это называется, правильно. Такая штучка. Если, наверное, снять, значит, будет такой жесткий массаж без этой штучки. А если ее надеть, она на липучках здесь. Здесь, значит, немножко мягче. Мягче будет массаж. Мягкий. Так, сейчас ее проверим. Испытаем. Итак, снимаем эту накладку. Совсем снимаем, чтобы были видны ролики. Сейчас я вам покажу. Так, как она... А, сзаду просто вот такие липучки. И здесь липучка.
чтобы зафиксировать. Так, накидку мы эту сняли. Итак, включаем. Значит, можно включить демо-режим. Вот начали крутиться ролики. И включаем head. Вот они засветились инфракрасным. Кстати, можно менять положение роликов. Так. Эта вытяжка идет позвоночника, можно менять. Так, сейчас. А вот это уже, это еще уже. Вот так нажимаем на кнопку, и они меняют свое положение. Опускаются вниз. Можно зафиксировать их вверху. Вот. И останавливаем, и они будут только в этой части спины вас массировать, тут, в верхней части. Так, вот они по чуть-чуть опускаются вниз. И можно массировать нижнюю часть спины. Два больших шарика и два маленьких. Большие светятся, маленькие просто массируют. Вот они опустились вниз, нажимаем на кнопку, и они будут массировать только нижние части. Так, можно, кстати, включить еще вибро. Вот оно сразу так поднялось. И сидушка вибрирует. Так, отключаем вибратор. Так, вытяжку позвоночника я показал, как они поднимаются, опускаются вниз. Массаж верхней части спины, массаж нижней части спины, вибратор. И как бы все, да? Да, и демо. Кнопочка демо. Кнопочка демо — это, наверное, для того, чтобы показать презентация. Когда первый раз садишься, еще ничего не знаешь. Представители показывают, как он работает. И назад одеваем накидку. Да, вот с этой накидкой массаж такой мягкий, наверное. Можно убрать подголовник. А если забрать совсем накидку, значит массаж будет немножко жестковатый. Класс. Все, всем пока.